влияние пересекаемого имени на владельца автомобиля Audi. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Активизирует воображение. Буква «у» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Окружающие восхищаются от этого человека, от его многогранной личности, независимости и индивидуальности. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Главное для таких людей помнить, что Солнце, безусловно, центр нашей Солнечной системы, но отнюдь не центр Вселенной. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.